появилась свободная минутка. Значит, обещал выложить обзор по помповику. Не было мне помповика, решил я себе приобрести. Потому что, в принципе, вещь нужная возле хаты. Хозяйство всегда пригодится. Почему эта модель? Модель эта у нас называется Стойжен P350. Значит, потому что у него патронник 89. Потому что у него ствол намного толще, чем у остальных. Что, по идее, должно благоприятно сказаться на вибрации ствола. То есть, возможно, пулями будет стрелять немножко лучше. Значит, 89-й патронник дает нам запас. То есть, можно применять различные боеприпасы. 89-й патронник нам с точки зрения оперирования удобнее. Забрасывать сюда больше дырка. И сюда загонять тоже как бы удобнее. Вот. И вот все это, ну плюс вместе все это дело похоже на Benelli Novo, то есть, скажем так, ну не совсем, как бы скажем, стандартная для помповика компоновка. Вот, и вот наряду со всем этим, вот я себе взял именно вот эту вот модель. Значит, по ощущениям, эргономично, прикладисто, все очень хорошо. Значит, обманули в весе. Вес получается у нас 350 между... Ну, вместо нерекомендуемых, а, скажем, то, что они опубликовали, это 2900. То есть на 250 грамм ружье тяжелее. Ну, в принципе, для помповика это ружье как бы не для ходу, а для охраны это, в принципе, не критично. Вот, значит, это я уже как бы пытаюсь второй раз сделать обзор. Это второй дубль, потому что первый у нас получилось. Короче, я начал стрелять разными пулями, посмотреть на 50 метров, как она летит. У меня, короче, мишени начали подлетать все до единой, все три мишени, разными пулями. Там я стрелял, что заводскими, там шершень, что еще там какие-то вообще. Оно все что-то подлетало. Потом, когда рассмотрел, оказывается, оно низит. То есть вот с этим прицельным приспособлением пуля низит. Да это на сантиметров 30. Поэтому я сейчас взял совсем другую мишень и нарисовал в самом верху точку, чтобы увидеть, насколько она низит. Вот. Естественно, другая проблема у меня не было заводских патронов. Поэтому мы стрелять будем пулей Ли. Она, кстати, неплохо летит. Нашел все в загашнике еще 5 пуль Полева 28 грамм. То есть это 32, это 28, в результате там посмотрим, ну какая-то будет у нас картинка вырисуется. Ну вот пока так, по-быстрику, сейчас постреляем и посмотрим уже для наглядности. Стрелять будем мы, конечно, с упора, чтобы исключить ошибку стрелка по максимуму и увидеть, что может само ружье. Вот. Картечь он и так стреляет нормально, я думаю, никто в этом сомневаться не будет. Вот. Потом ствол там 50, ой, какой 50, по-моему, 47 сантиметров, 740, по-моему, да. Вот такая у нас мишенька. Мы ее еще приблизим, чтобы было лучше видно. Вот все эти качели наши. Да ё-моё. Пока настроишь, все время не уйдет. Не хожу дубляжом заниматься. Вот, вроде принцип настроили. Так, все, стреляем сначала пулей Ли 5 выстрелов. А потом за ней пойдет пуля Полева. Тоже 5 выстрелов. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Первый выстрел.
я не вижу, конечно, как она сюда полетела. Но сейчас у нас полетит пуля Полева. Посмотрим, что покажет нам пуля Полева. Конечно, было бы лучше стрелять хорошими пулями заводскими, типа Бешель Пила, или там или Бренека, или Гуаланди. Вот. Ну, маем то, что маем, в принципе, кому надо, тот все увидит. Вот такая у нас картина. Сейчас пойдем посмотрим, что мы там настреляли. Я думаю, здесь видно, но я не знаю, что у нас там, поэтому я комментировать не могу. Не видел. Дистанция у нас 50 метров. Вот. Это 47-48. Ну, грубо говоря, 50. Вот, смотрю, немножко вправо пошла. Все пошло вправо. Абсолютно все пошло вправо. Кучно, но вправо. Что-то там накидало. Интересный момент, короче. Вот такой вот у нас. Почему-то оно все пошло вправо. И вот Полева швырнула вон влево. В общем, надо работать с специальными приспособлениями. Либо же цеплять туда какой-то, по большому счету, коллиматор. Ну, разницу увидели, да? То есть просела где-то ориентировочно, если взять центр, на 30 сантиметров. Ну, в принципе, все. Это такие дела.